сестра, Миша, знаете, вот эти родственные еще браки для нас там непонятные. И она родила одного ребенка. Патологии нет природы? Ну, конечно, есть. Конечно, есть. Конечно, есть патология, поэтому сейчас эти браки под контролем государства. Каким образом? Здесь в Эмиратах местно бесплатно, для нас это платно. Мы тоже сдаем генетический анализ преступления в брак в Эмиратах. Нас тоже заставляют, причем, представляете? И для нас он $200 стоит. Тут попробуй поженись в этих Эмиратах. Представляете, на каждого $200 генетический анализ. Вы оплачиваете, а местным им бесплатно. Да. Они смотрят прямо вот все болезни. Поколение будет здоровым, не знаю. Сейчас медицина шагнула настолько далеко, что пара, вступающая в брак, можно знать, дети будут здоровы или как. Тем более, если это родственники. И они сейчас это взяли под государственный контроль. И вот если анализ покажет, что да, будут здоровые дети, ну, женитесь. Если покажет анализ, что поколение может быть нездоровым, бесплатная медицина в стране, тогда им не разрешат оформить отношения. Потому что здесь бесплатная медицина. Дети будут на плечах государственных, если какие-то проблемы у них. А здесь, знаете, нету такого... квота, не квота, да, то есть тут просто бесплатная медицина для местных. А страховку не платят? Вообще ничего не платят.